Здравствуйте, уважаемые друзья! Я пришел к мусорным бакам. Тут недавно был мусоровоз, ну практически все забрал. Но, как видите, здесь осталась находка. Это монитор от компьютера. Я пока сейчас пеший, поэтому предлагаю данный монитор спрятать. Потом сюда вернемся, заберем его. Так что сделаем так. Я нахожусь во многих километрах от того места, где спрятал находку. Нужно было отлучиться по делам. Теперь у нас есть возможность пособирать какие-нибудь находки вдоль обочины. Как раз там будет большая трасса. Давайте прогуляемся. Вот, сделаем такой кросс. Конечно, за медной находкой мы тоже вернемся, только немного попозже. Надеюсь, что ее никто не утащит. Прогулка идет полным ходом. Я собираю алюминиевые баночки. Вон они, кстати, лежат. Но пока железо еще не находил. Первое попавшееся железо. Новая находка. Похоже, это медные проводочки. Ну, это типа вилки. Значит, здесь есть латунь. Вот видите, желтенькая. Дома заберем. Будут провода для обжигания. Йо-хо-хо, находка возле столба, и такая увесистая, это кусок железа. Только что подобрал вот такую штучку. Сначала думал, что это железо, но похоже, что латунь. Вот оно, желтенькое. Здесь под мостом делают вот эти железные бордюры. Вот в этом месте, походу, сняли. Вот оно, железо. Ну, потом приедут, может, отремонтируют. Ну, тяжелые куски. Гаечки с болтами так и просятся в руки. Вот я собираю железные находки. Кстати, сейчас сильный солнцепек. Ну, очень жарко. Я вот вижу находку. Пока нету машин, заберем ее. А вот и обочина, полная банок. Под ногами лежит находочка. Это такой вот диск железный. Друзья, наконец-то я выдвинулся за монитором. Ну, надеюсь, что все будет позитивно.
он будет на месте. Взял с собой транспорт, потому что монитор на руках вообще не унесешь. Тут нужна тележка. Все, погнали туда. Алюминиевые баночки, 2 штуки. Ну что ж, все прошло очень позитивно, потому что монитор был на месте, я его погрузил. И теперь очень довольным можно отправляться домой. У нас есть что разобрать, посмотреть, так что вперед! Наконец-то можно приступить к подведению итогов. Это все алюминиевые баночки, собранные за 2 захода. Ну, когда я шел вдоль широкой трассы, и потом, когда шел за монитором, получился внушительный пакет, он набит до самого верху. Сколько в этом пакете, мы прямо сейчас узнаем. Итого 1 килограмм 905 грамм. И это приличный результат. Здесь черный металл с обочины дороги, он уже на весах. Сразу смотрим, сколько получилось. 965 грамм, ну неплохо так. Здесь есть латунь, которую я прямо сейчас постараюсь вытащить. Разберу эту штуку, ну и также будут медные проводочки. С этой вилки я вытащил немало латуни, целую горсть. Здесь 35 грамм и плюс еще та латунь, которую я нашел вдоль обочины. Все вместе 60 грамм. И также с вилки я снял провода, их сразу зачистил вручную. Вот такой маленький кусочек, но его пока взвешивать не будем, так как у нас есть главная медная находка, которую нужно разобрать. Данный монитор очень сильно хотели разбить на мусорке. Видимо, пытались достать медь, но у них не получилось это сделать. Это для нас хорошо. Смогли только срезать данный провод. Вот он. Этот монитор марки Samsung. Сейчас давайте начнем разбирать. Извлекаем медь, пополняем нашу копилочку. Крышку было не так просто снять, но мне получилось это сделать. Посмотрим, на месте ли медь. Вуаля! Медь есть. Еще и здесь чуть-чуть. Плата. Также петля. Вот эта петля может быть алюминиевой или медный. Сейчас сразу проверим. Друзья, к большой радости, петля оказалась медной, так что это вообще ништяк. Давайте я сейчас полностью его разберу, достану все металлы, а потом подведем итоги. Поборолся я с этим монитором и вытащил разное количество цветных металлов. Здесь провода и вот такие катушки. Катушки покрытые тканью, поэтому их нужно будет обжигать. Но вот это, я думаю, обгорит без запаха. Это нужно будет обжигать чуть попозже, когда будет попрохладнее. Здесь у нас хомуты, может быть, пригодятся. Вот такая мелочевка.
Пополнение бытовых плат в копилку. 530 грамм. Нормально. Чермет с монитора. 770 грамм. Алюминий с монитора. 415 грамм. Ну и самый ништяк, это медяха-медь. Мы сейчас будем все взвешивать. В первую очередь медь от петли, сразу 130 грамм. Надеюсь, что монитор порадует хорошим весом. Ну, 465 грамм. Думаю, нормально, потому что бывали мониторы и с более низким содержанием меди, а это хорошо. Спасибо за поддержку, лайки и просмотры. Вот так мы путешествовали и искали интересные находки. Надеюсь, вам все понравилось. Ждите продолжения. До новых встреч в следующих видео.